Здорово, здорово, подписчики, здорово, гости канала. Сегодня у нас вот такой аппарат попал на стол. Уже не первый раз он попадает, а второй. Fly FS504 Power Full HD. У нас Android 7, IPS дисплей Full HD разрешением, аккумулятор на 5000 мАч. Два оперативы, 16 встроенный. Проблема у нас с аккумулятором. Вот он, мы его уже извлекли при первом обращении. И вот такой у нас тут дефект. Вот видно, да, вот в этом месте у нас аккумулятор порванный. Мне кажется, это заводской дефект, потому что от раздува так бы не порвалось. И вообще аккумулятор сдулся. Телефон у нас почти новый. Пользовались им херня. Вообще там, ну, буквально пару месяцев. После чего он начал садиться быстро. Ну, наши товарищи же не могут по гарантии сразу сдать. Они его положили, дождались, пока кончится гарантия, а потом начали за голову браться. Итак, сейчас будем его разбирать. Аккумулятор на него я нашел только в одном месте. В Перми. Благо, у них есть доставка для нас. Почта России. Вчера по треку смотрел. Завтра посылка придет. Сегодня почта не работает, поэтому завтра посылка придет. Сайт, кстати, спалю, где я заказывал. Это GSM Opt. Там нашел аккумулятор. Даже на Алиэкспрессе не было аккумулятора. Стоит он что-то 1000 с чем-то. Но, несмотря на это, хозяин согласился его ремонтировать. Ну, а меня это волновать не должно, лишь бы согласился. Так, начнем разборку. Вытащили сим-лоток. Вот отсюда самое главное, чтобы плату не сломать. А внизу у нас два винта по типу айфона. Их тоже мы отсюда извлекаем. Угу. Все, у нас корпус ничего больше не держит. Только два винта. Так, сканер отпечатка пальцев у нас там на плате стоит. Насколько я помню. Так, надо сейчас не поцарапать корпус. Аккуратно его открыть. Вот. Снизу с пластика подлезть, если, в принципе, можно его и начать расщелкивать вот таким образом. Угу. Аккумулятора внутри уже нету. Как вы поняли, да, тот аккумулятор это родной. Мы его извлекли еще при первом обращении, чтобы у нас не давануло дисплей. Потому что дисплей на него 100% мы не найдем. Даже если и найдем, то ну, рублей за 5, наверное. А телефон у нас стоит десятку, насколько я помню. Все, задняя крышка у нас снята. Так, на чем мы остановились? А, да, на флае. Ладно, хрен с ним. Люди ходят опять. Так, где отвертка? Вот она. Вскрыли корпус, да. Батарейки у нас здесь уже нету. Батарейка у нас была вот тут, вот так. Вздутая, как я показал. Сейчас подготовим к установке батарейки полностью все. Так, здесь у нас сканер идет отпечатка пальца. Он у нас приклеенный. Вот с этой стороны. Тут у нас внизу шлейф. Здесь у нас можно, в принципе, его поддеть. Вот так вот мы поддеваем и отклеиваем. Все, сканер у нас отклеенный. Вот так он у нас выглядит на шлейфе. И вот этот болт нам тоже надо снять, чтобы щиток откинулся. Так, болты в коробку пока уберу, чтобы не потерять. Два тоже надо в коробку убрать. Итак, щиток снимаем. Все. Телефон у нас готов к замене аккумулятора. Выкрутили мы 4 болта, вытащили сим-лоток и сняли одну защитную заглушку пластиковую. Завтра придет аккумулятор, я его сюда просто воткну, приклею на клей. Наверное, вот на этот купил новый клей. Хочу опробовать, ни разу не пользовался. Клей для приклеения 300, ну короче, этот универсальный. Также есть B7000. Можно и, в принципе, на него. Посмотрим еще какого там. Тут еще B7000 валяется.
Так, где у меня пинцет? Что мы тут имеем? Вот коннектор аккумулятора. Вот сюда будем его подключать. Выполнен аппарат, кстати, так-то поганенько. Я скажу, у нас паянный шлейф боковых клавиш, приклеенный к корпусу на скотч. Также у нас, извиняюсь, вспышка каким-то куском шлейфа тоже приклеена она к корпусу, к экрану защитному. Вообще поганенькое исполнение. Телефон ровный, не гнутый, не разбитый, самое главное. Но вот эта вот вспышка мне покоя прям не дает вообще. Короче, хер на эту вспышку. Вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока. Я его обратно в коробку скидаю.